Да, истории об Эльмируре, а в истории, как создавались пушки и так далее. Как, что и что было. Ребята, вы знаете, сколько пушек было на бриге? 18 пушек, 18 пушечный, 18. На, еще на одном турецком корабле было 110 пушек, а на этом корабле было 74 пушечный был, 74. А когда бой состоялся? 26 мая 1929 года. А почему бриг Меркурий победил? Потому что он использовал еще такая была стратегия, где было два ядра, они были вместе соединены, и они стреляли прямо в мачты. Мачты падали и ломали пополам корабли. Из этого еще, потому что бриг Меркурий был маленьким кораблем, эти два огромных фрегата, они были неповоротливые. Сейчас бриг Меркурий вращал вокруг них. А какая особенность была в Меркурии? Он маленький. Он был еще гребно-парусный. У него еще... Ребята, за этот подвиг бриг Меркурий был награжден чем? Каким флагом? Георгиевский. Кормовой георгиевский флаг. Сколько таких флагов в истории флота России было? Два. Один Меркурий и второй. В прошлом году мы поднимали. На большом десантном корабле. Азов. А кто командовал Меркурием? Капитальный лейтенант Казахский. Откуда вы все это знаете? Я читаю, очень сильно читаю историю. Хожу на эту, с моей флотилии. А вы читали книгу Черкаш на бриг Меркурий? Да. А кто читал? Я читал книгу о бриг Меркурии. Наверное, стоит принести остальным почитать. Хорошо. Спасибо, ребята. Молодцы.